Вообще интересно, ну туда, видимо, ездят по оффроду. Джип купил, да? Майка стоит. Сомнительно, как сделали машину. Разведная почта не делают они? Частная стала.
чап сидит. Аисты. Сейчас деревни лучше городов стали. Вот так. Какой-то пекарня такая хорошая. 19-10 у нас парень в магазине. Лучше иметь чудо. Фонтанчик. Че? Такой европейский фонтанчик. Да. Дешево сердит. Вот здесь. Да.